Как на первом этаже, так и на втором этаже у нас два стеклопакета. Первый стеклопакет с тройным стеклом и второй стеклопакет с двойным стеклом. То есть мы вставили два стеклопакета, потратили очень большие деньги. Ну, для того, чтобы нам меньше было слышно музыки. Но этого не помогает. А вы говорили, что стены, да, еще как-то обшивали дополнительно? Да, конечно, мы обшивали их тройной гипсокартон. То есть, представляете, тройной гипсокартон плюс и обшито сайтингом. И все равно не помогает. То есть эта музыка настолько громко включается, что мы не можем находиться в доме даже при закрытых окнах. Мы их открыть не можем в такую жару. И ну, вообще находиться здесь невозможно.